Я, возможно, сейчас сделаю тебе чуть больно, но я все-таки скажу, ладно? Милая, если он так быстро нашел тебе замену после вашего расставания, значит, ты сейчас же вытираешь слезы и идешь дальше. Ну, во-первых, твоих слез никто не оценит. Всем все равно. А во-вторых, он твоих слез даже не достоин. Давай начнем с того, что понятия, как он сделал мне назло, не бывает. Есть простое лаконичное слово – эгоизм. Мы всегда после расставания хотим выйти победителями. Ну, как будто нам все равно. Самое интересное, что одному из нас правда все равно. Он не назло тебе это сделал. Он просто любит себя и свой комфорт. Пусть даже сомнительный. Вот и все.